И всем привет, это влог с конюшни. Приятного просмотра. И сейчас я пойду чистить зубы, переоденусь, а завтрак я уже снимать не буду. Так, я уже переоделась, сейчас я пойду на конюшню. Вот я уже и на конюшне, сейчас я пойду переоденусь и уже пойду тренироваться. Так, его нужно почистить, то он у нас это грязнулька. Так, сейчас мы позанимаемся в классическом комплекте. Ну что ж, я пока что расскажу немножко о нем. Это Норд, ему 9 лет, он мерин. Он у нас была на масте и он КВПН, то есть голландская полукровная. Ну и Норд это мой конь, мы уже с ним работаем около года. Конечно, мы не прыгаем особо большим барьером, пока что мы лишь на мелких. Но я считаю, это тоже неплохо. Пока что мы прыгаем лишь 80 и 90 сантиметров. Но уже подходим к 100 сантиметрам. Ну и, наверное, у него твердые аллюры, но я их не замечаю. Мои знакомые даже сейчас на него садились и говорили, то, что у него очень твердые аллюры, но для меня это очень даже нормальные. С ним нужно достаточно много возиться, потому что он гиперактивный. Еще можно так сказать, он крыска, но я уже это корректирую. И у нас достаточно большой результат уже появился. То есть к лошадям моих друзей он же вообще не реагирует. Но к другим лошадям он все еще крысится, но мы уже идем к успеху. Он уже не так уж сильно и крысится. Раньше он прям закидывался, когда видел какую-то лошадь, но сейчас он просто спокойно игнорирует. Если лошадь подходит, то он, ну, может вырваться, но это лучше, чем закидка. Но так он очень нежный, его даже можно назвать котеночком. Он, конечно, может порой проявить какую-нибудь черту, но так, как я уже и говорила, он котеночек. Да, если он что-то проявляет, то это, скорее всего, вина всадника. Ну, то есть моя. Так, ну вот мы уже закончили. Сейчас я отведу его в ливаду, чтобы он уже отдохнул. Ну и поскольку он у меня крыска, он всегда гуляет в одиночке. Потому что я не хочу рисковать на конский армрестлинг. Так, ну сейчас хочу немножко прибраться у него в денеке.
Так, ну теперь я, наверное, пойду поубираюсь в амуничнике. Фух, там оказывается столько мусора. Так, ну, наверное, сейчас мы уже пойдем в бочку. Как я и говорила, он у меня очень энергичный, поэтому нужно эту энергию куда-то выплескивать. О, детёнок, какой милый, господи. Ведь нос когда-то тоже был таким. Бодички, какой милячка. Так, ну вот мы уже и пришли. Смысла снимать дальше я не вижу, поскольку я просто иду в тенек и уже сама пойду домой. Поэтому спасибо за просмотр, до встречи в новом влоге. Ну, если на этом видео будет достаточно большой актив, то, скорее всего, я буду снимать еще влоги по Конной долине.